Молодежь Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив совместно с Департаментом внутренней политики правительства Брянской области поздравились 8 марта мам Героев России. Первый адрес — улица Героя России Олега Ермакова, который погиб в 2000 году, сражаясь с бандитами на территории Чеченской Республики. Ваши близкие всегда вас окружали, берегли ваш покой, уют, чтобы вам было комфортно и тепло. С праздником вас! Спасибо большое. От молодежи Брянской области. Этот букет цветов, я уже вам говорил, еще раз скажу, всего хорошего, здоровья, счастья, мира, добра. Вот, поэтому возьмите этот букет от всех от нас, молодежи Брянской области. И маленький подарочек от вас. От своего имени поздравляю всех женщин, бабушек, молодежь женщин. Всех поздравляю с этим замечательным весенним праздником. Желаю хорошего настроения. Желаю, чтобы мы были крепкими, потому что женщины – это тыл, и которые будут поддерживать наших военнослужащих, которым сейчас не очень-то легко. Пусть они домой возвращаются живыми и здоровыми. Мы очень их ждем. Затем ребята отправились к Галине Сергеевне Везнюк, маме Героя России Олега Везнюка, который погиб в Чечне во время первой операции в 1996-м. Галина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы в коридоре проходите? Да, неудобно. Мы вас здесь поздравим. Пройдите к нам, проходите. Да. Ничего страшного, Галина Сергеевна. Мы вас поздравляем с 8 марта. Мы желаем вам здоровья. Мы желаем, чтобы вы нас согревали своим теплом и заботой. Чтобы близкие вас согревали. Чтобы у вас все было хорошо и чистого, мирного неба нам всем над головами. А мы будем по возможности всегда рядом и всегда, если нужна какая-то помощь, всегда поможем. Спасибо. Галина Сергеевна, от молодежи Брянской области этот весенний букет. Чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас всегда солнышко было, чтобы невзгоды обходили вас стороной. Примите букет от молодежи Брянской области. И маленький подарочек. Спасибо. Цветы, подарки, а главное, внимание и поздравления прошли во всех районах Брянской области, где живут мамы Героев России. Алексей Есипенко, Александр Жучков. События Брянск.